Приветствую вас, братья самогонщики. Меня зовут Александр, и я работаю в Колбе. Сегодня я хочу рассказать вам, как пользоваться калькулятором коррекции показаний ареометра. Для нас всех очень важно понимать, продукт какой крепости мы с вами получили в результате перегонки. Ну, вроде бы все легко. Есть продукт, есть ареометр, меряем. Но все знают о том, что ареометр показывает верные данные при температуре жидкости 20 градусов. Далеко не всегда нам удается этой нужной температуры достичь. Вроде бы что делать? На самом деле все очень легко. Приходим на сайт kolba.ru. Ищем там раздел калькуляторы. Находим калькулятор коррекции показаний ареометра. Нам надо с вами узнать два параметра. Первый – это температура жидкости. Мы его замерили с помощью термометра, который входит в набор ареометров. И, собственно говоря, спиртуозность получившегося продукта. У нас с вами получилось, что температура спирта 18 градусов, забивают эти данные, и показания ареометра 40 градусов. В результате реальная крепость продукта 40,6 градусов. Легко и просто. Всем хороших перегонов!